Самое главное – это понимание собственной роли родительской на каждом этапе взаимодействия с собственным чадом. Вот. Когда мы выступаем в качестве, как бы сказать, носильщика, экзоскелета, тренировщика, как бы, движений, когда мы выступаем в виде обучателей языку, обучателю первичным социальным взаимодействием, обучение формирования навыков поведения в разных средах. Одно дело дома, другое дело в гостях, третье на улице, пятое на даче, шестое, понимаете, у бабушки, седьмое у дедушки. Вот это все опыты, периоды там и так далее. Надо быть уместными, так сказать, в каждой фазе их развития. Вот. Содействовать их фазе развития. Вот. Понимать, что с ними происходит.